выполняет задачи по охране важных государственных объектов, по объектов информационной инфраструктуры, непосредственно коммуникационных инфраструктур, обеспечиваем гуманитарную безопасность проведения грузов, сопровождение их. Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, непосредственно оказываем медицинскую помощь населению. Вот тот круг задач, который мы осуществляем. Я особо хочу подчеркнуть, что мы чувствуем поддержку населения на освобожденных территориях.